Анонс и дата выхода 4 сезона сериала «Первый отдел». В октябре 2023 года телеканал НТВ представил премьеру 3 сезона одного из наиболее рейтинговых своих проектов. О том, будет ли дан ход продолжению, станет известно по рейтингам эфира. Возможно, съемки начнутся в 2024 году, а релиз состоится в сезоне 2024-2025 годов. Творческий коллектив сериала находится в постоянном контакте с консультантами из числа профессиональных следователей, которые своими советами помогают и авторам сценария, и режиссеру, и актерам, и другим участникам творческого процесса. В новом сезоне публику ожидают не только радостные встречи с полюбившимися героями, но и знакомства с новыми персонажами. Производство четвертой части сериала «Первый отдел» пока не запущено. Состав членов съемочной группы не озвучен, равно как и имена актеров. Премьера нового сезона состоится в октябре 2024 года. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.